Вот, они поставили себя в позиции учителя. И все остальное человечество до сих пор терпеливо. Вот Россия, Китай сейчас стал сопротивляться активно. Россия громче всех сопротивляется. И мы до сих пор их слушаем. Эти дурацкие рейтинги, какие-то смешные. В этих рейтингах, даже в этих рейтингах видно, там видно, на этом первом месте кто...